Ну, какое сегодня число? Сегодня 31 декабря. Девушка, вы когда сердитесь, такая сексуальная. Жалко, я елку выбросил. Где я сейчас возьму? Не с неба же она свалится. И 3 миллиона долларов. Здорово, тетя Оля. У нас ослик. И... А у вас и мозг у тетечки. Может быть, все-таки няня? Опа, Дед Мороз. А чего это у вас там? Повестка, чего? Как он меня нашел вообще? Нефиг чекиниться, когда от армии косит. Я тут Машку Назарову в аэропорту встретил. Не толстая, не замужем. Может, тебя ждет на белом Мерседесе. Ты не накопил еще на милинг? На трамвай зато накопил. Прохоров, ты ли это? Я банк ограбил. А зачем же такую девочку в Лондон везете? К жениху везем на свадьбу. А как же пират? А пират ваш никто. Нельзя опускать лапы. Это же теория бумеранга. Как бы делаешь доброе дело, и оно потом к тебе обязательно возвращается. Иногда бумерангу нужно проделать долгий путь. Он может облететь десятки людей в Питере, Самаре, в Екатеринбурге, в Москве. Но в результате он обязательно вернется к пирату. Откуда ты знаешь? Не трогай телефон! Мы больше не будем, честное слово. Мужики, революция нахрен свершилась! Вперед! Ты опять бабу Маню убил? Не дождетесь. Смотри. Настя нам с тобой этого не простит. Понимаете, там Новый год, а он совсем один. Никто ему не помог. И бумеранга никакого нет. Я ее люблю, но на свою зарплату я смогу купить только дворники у этой долбанной тачки, понимаешь? Йоко! Ёлки три. Детей ваших как зовут? Наших детей зовут Боря. Я назвал в честь вот этого придурка, который умный, успешный, красивый. А вы почему своего так назвали? По той же самой причине. С новым фильмом. С 26 декабря греем.